Всех приветствую. Вот нашла в лесу боровую матку. Здесь в лесу ее очень много. Так вот она выглядит. Здесь вот бутончики у нее. Ее собирают во время цветения, но и сейчас уже вот она начинает отцветать, тоже ее собирают. Я собирала во время цветения и грушанку, и боровую матку. Ну вот еще, наверное, соберу. Она очень много содержит биологически активных веществ, дубильных, арбумин, гидрохион, кумарины, витамин С. Комары кусают, извините, запинаться буду. Смолы, флавоноиды, горькие вещества, сапонины, винные и лимонные кислоты, микроэлементы, титан, медь, цинк, марганец. Содержит гормоноподобные вещества. Очень хорошо лечит женское здоровье. Применяют при бесплодии женском. Официальное название ее артилия однобокая. Артилия однобокая, боровая матка, материнка, по-всякому ее называют. Она издревле известна, очень-очень издревле. Известна как средство при заболеваниях мочеполовой системы. Особенно она эффективна для лечения женских болезней воспалительного характера. Мочегонным эффектом обладает, рассасывающим свойством, восстанавливающим, дезинфицирующим, противоопухолевым воздействием. В общем, это такой хороший подарок природы нам, женщинам и вообще всем. Противовоспалительное, противомикробное, противоопухолевое, рассасывающее, обезболивающее и мочегонное действие. Поддерживает иммунитет. Препарат на ее основе способен увеличивать функциональную активность матки и придатков, а значит улучшать работу репродуктивной системы в целом. Назначается она при гинекологических заболеваниях, например, при фиброме, то есть миоме матки, эрозии шейки матки, бесплодии, маточных кровотечениях, нарушениях менструального цикла, спаечных процессах, непроходимости и воспалении маточных труб. Боровая матка снимает воспалительные процессы в почках и мочевом пузыре, в частности, лечит цистит. Отвар применяют как разнозаживляющее средство. Есть много примеров, когда применение боровой матки помогло женщинам забеременеть и родить здоровых детишек. Причем, несмотря на страшный вердикт врачей о том, что женщина окончательно безнадежно бесплодна, и вопреки их прогнозам, счастливые мамочки растят счастливых детей, пропивая препараты боровой матки. Видимо, из-за того, что она заставляет активно работать придатки и матку, тем самым улучшает работу репродуктивной системы женщины и повышает шансы забеременеть. Она содержит фитогормоны. Она выравнивает гормональный сбой, лечит все заболевания, связанные с гормональным сбоем у женщин. Боровая матка способна помочь женщинам обрести здоровье и радость полноценной жизни, продлить молодость и задержать наступление старости. У нее очень много свойств, я подробнее напишу в описании под видео. Это краткое, потому что мы пошли за грибами, и вообще кусают комары. Все, что могла, кратенько я вам рассказала. Уже дочка машет. Дочка машет уже папоротником. Да, Лиска? Да. Комариков отгоняешь? Ну-ка, покажи, чем ты отгоняешь. Молодец. Спасибо, помогла видео снять, а то прям комары заели. Улыбочка. Ну все, пойдем дальше? Да.